О боже, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Во! Вот это красота, блин. Да, всем кур! Это предатель снова Гладов. Я. Предатель Гладов. Предатель Гладов. Предатель Гладов. Естественно, потом, когда я прокачал его, да. Я его даже, по-моему, не докачал до 78-го. Нет, там, по-моему, да. С 70-го, там, 72-го. И потом я понял, что я, ну, не тем играю. Хуйня. Увидел полная. L2, аж в глазах потемнело. Эх, сколько было там проведено. Как сказал мой друг, я бы вернулся в прошлое, чтобы опять проебать это время в линейке. Хорошего потока, да. Дед. Линейка, а я с подки пойду. Согласен, обнял. Да. Линейка — это лучшее время в моей жизни, где я потратил его. Значит, уже в клане будущий, да. Значит, уже совсем, то есть круже крутой был, в принципе, так сказать, мужчина, ну, в линейдже, бля. Тут, ну, типа, понял, как... Короче, да, девочки в линейдж, которые играли, они всегда хотели меня. Вот, потому что у меня был драконик сет, комбо-сет, дуалы выточенные, и Драк Лукс, и Ангел Слеер плюс 10, да, да, и, естественно, эпик бежа было. Познакомился с девочкой, значит, в клане в моем была. Я не про Тимиду сейчас говорю, нет, значит, другая была. Я, сука, ник даже помню уебищный, блядь, Синдл, блядь, Синдл. Надеюсь, она меня забыла уже, не знает меня больше, да, да. Синдл, сука. XX, Синдл, XX, тварь. Да, да, да. Полторашка ебаная, значит. А, сука. Вот. Ну, мастер, у нее этот персонаж был, вот. Human Mystic, короче. Персонаж был, но симпатичный персонаж. Human Mystic, да. Красиво стройная такая. В декоробе ходила, бишопом играла. Всегда, ну, со мной была, короче. Вот, и мы с ней так постоянно вместе играли, проводили время очень много. А почти я вот играл, да, все время в линейку. Она все время со мной была, блин. Вот. Все спать ложились, а мы с ней до последнего качаемся там, угораем там, ну, всякими приколами в линейке занимаемся. Вот, ну, мы общались, короче, с ней, блин. Вот, после чего... Это самое. Ну, спустя, может, год общения, да, я начал понимать, что я люблю ее. Представляешь? Типа, я полюбил ее. Жесть. Вот, я уже просто сходил с ума, потому что она была далеко от меня. Вот, я уже привык к ней в линейдже. Я постоянно к ней летел. Вот, вообще забивал в реальной жизни абсолютно на все. Я просто хотел видеть ее в линейдже, то есть ее персонажа, ее общение с ней, да. Вот, я просто, ну, влюбился, просто вот реально влюбился. В реальной жизни у меня депрессия была, то, что она не рядом. Я все хотел сделать, чтобы быть с ней рядом в реальной жизни. Но при этом я даже не знал, как она в реальной жизни выглядит, да. И, короче, ну вот, и вот здесь мы с ней ходили, да, уже ночью, все спят, а мы тут пойдем, вот тут, а, земли Адена, да, сумка. Здесь у нас романтик был, получается. Так, только... Дед, а ты на Шоке 3 играл? Играл. Я помню тебя, у тебя вроде ник был The Last. У меня там много персонажей было, блин, на Шоке. Вот только не надо говорить, что у меня был еще ТХ там, блядь, да, 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 я. Вот, и, короче, получается. А здесь она, сука, это не видит. И никак мне ВКонтакте потом не напишет, не вспомнит. Ну, знаешь, как будто бы замок любви какой-то, да, вот. Как будто я принц, да, моя принцесса находится в стенах этого замечательного замка. Тут луна вот эта красная была. Мобы здесь были. Где они сейчас, я не знаю. Почему-то их убрали, видать, с целью нагрузку сервера снять, может, мобов убирали. А, ну вон есть, но тут их очень мало, тут их много прям было. Вот. Они не агры, ничего, они не трогают. Вот, получается.
Вот здесь мы, короче, сидели. Вот здесь, да, это арка любви называлась у нас. Дедуль, да. Давай песню про дуалистов, как в старые добрые, да. Пожалуйста. Голос, как в 2015. Тихо. Люблю, целую. Спасибо. Глада сила, ты хамагила. А, смотря. Смотри, смотри, чал, братишка, вот смотри, а вот здесь мы с ней сидели, да, здесь луна красивая, красная такая, жесть. Не. Это не хай-фай хроники, она, луна это была и все четвертых, хотя, может, уже тогда было хай-фай как раз там, ну, там плавные переходы были, хроник, они, естественно, когда в Европе обновление было, да, то и на всех остальных серверах также старались хроники, ну, не сразу, но спустя полгода, год уже тоже они менялись. Вот, и получается, вот здесь мы сидели, да, здесь чил, да, да, я. Вот, и, короче, это самое. Ну, естественно, с ней был секс виртуально, она меня отсасывала постоянно, да, 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 да. Ну, я при этом не видел ее фото. Что-то как-то мы общались потом. Ну, мы обычно общались как? В чате, переписываясь, в линейке там. Дальше вот. Ну, как это было раньше? Там не было дискордов, да. Вообще-то я приложил скайп, только был для общения. И все, никаких дискордов. Teamspeak был, по-моему. Но им никто не пользовался редко там. Ну, пользовались, да. Ну, вот. Короче, вот так я пишу. Привет, зая. Там. А, не могу писать, уровень маленький для... Короче, вот здесь мы общались, да, сука? Такая что-то пишу ей, такой типа, чел. Мы так давно знакомы, блин. А... Мы так с тобой давно знакомы, блин. А, фотку можешь скинуть? Ну, фоточку просто, фоточку скинуть. Вот. Скинуть мне фоточку. Естественно, я тогда дрочил на ее персонажа, мне он нравился. Да, да. Я... Вот, я говорю, фоточку можешь, типа, скинуть, чел? Она такая, да, типа, вообще не вопрос. Она мне скинула фотку, я просто охуел. Я почти 2 года с ней был вместе. Я любил ее в Линейдже, то есть, вообще. Да, жирная, блядь. Была. Рост 1,50 м, жирная. Ей 40 с хуем лет. А у нее 2 детей, уже лет по 12. Вообще никакущая. Что делать, сука? Естественно, я сразу такой, ну нахуй, типа. Я не сказал ей эту хуйню. Я говорю, красивая, там все такое. Она такая, да, любимый, типа, и это. Ну, потом постепенно, с каждым днем, я пытался как-то культурно отдалиться от нее. Нет, она не то чтобы страшная была, но просто это было шоком для меня. Да, 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 да. Честно сказать, моя мама выглядела гораздо красивее на тот момент, чем она. То есть, да, и сейчас, я думаю, тоже в целом. Каждый раз потом, как в последующие дни, естественно, играл в линейку, я заходил, она такая, привет, любимый, я так скучал, а я, блядь, что говорить, типа, я тоже, типа, как обычно, или что? Я такой, о, привет, типа, и старался игнорить, короче, максимально, вот, ну, постепенно, плавненько, да, так, чтобы не обижать ее. Жесть. Потом пацаны узнали из клана, что я с ней мутил, а они тоже ее фотку видели. Она тебе сосала по интернету? Я такой, бля, да. Такая, бля, пиздец, чел. Вот. И, короче, я ее это самое, да. До свидания, говорю. И, сука, у нас еще титулы стояли. У меня, типа, Ловы там, ее никнейм, а у нее мой никнейм. Типа, сердечко такое, ну, сердечко нарисовано. Я этот титул думаю, надо что-то придумать, чтобы его стереть, типа, стрёмно было. В итоге я там что-то написал, типа, ну, типа, тут прикол, типа, вообще не связан с ней. Она такая, блин, ты титул убрал. Я такой, да, блин, типа, там попросили, поспорили. Типа, блядь, какую-то хуйню придумал. Да, сука. А потом она как заходила к нам в ТС. Такого, привет, зайка. Я такой, типа, блядь, и сразу уходил с ТС. Да, 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 да. Че, я сразу фотки не попросил? Да, блин, она, я просто полюбил ее как персонажа игрового.
просто полюбил по общению. Я влюбился в интернет-персонажа, точнее, в линейдж-персонажа, за которым она играла, за которого, да, и влюбился в то время провождения с ней. Но когда я ее увидел, это все, это, блядь, да ну нахуй, лучше буду общаться с мобами, которые мне ничего не отвечают, блин, чем общаться с человеком, ну, который просто вот такой, который мне, ну, не нравится, блин. Не, ну, естественно, мы с ней как друзья потом были, да, мы общались с ней, как бы. Но я никогда ее не признавал, то, что я охуел, когда ее видел. Я всегда писал, да, классно. А, у нее титул, сука, был там написан «Моя зайка», вспомнил, «Моя зайка» была написана. И мой никнейм у нее над головой был, титул. Вот, получается. Она мне на руки Дед, садилась. История интересная, конечно, с этой Синдел. А если бы на фото была бы красивая молодая девушка, что бы ты дальше делал? Поехал бы знакомиться поближе. Да. Она, блин, знаешь, в чем проблема была? В чем была сложность? Я ж тогда был как бы молодым, да, очень молодым. И для меня было сложно вообще увидеть ее. Потому что она жила вообще за границей. Она в Германии жила. Она жила в Германии, да. Причем уже давно она там жила. Как я вообще к ней поеду? То есть вот эта депрессия у меня была, потому что, ну, блин, да как так? Я типа люблю человека, но не могу его увидеть, потому что это далеко. Это как бы нереально мне туда попасть. Как бы, как я попаду в Германию? И, естественно, у меня депрессуха была. Я всегда к ней летел в Линейдж. Вот. А потом, ты знаешь, когда я с ней это самое, когда я все узнал, мне стало лучше. Это к лучшему, на самом деле, что я узнал всю правду, точнее, ну, потому что, я не знаю, если бы случилось так, что я не увидел бы ее, и у меня была бы возможность попасть в Германию, я бы к ней бы прилетел и потом бы увидел, я бы потом вообще похуел бы. У нее было двое детей и муж, у нее же муж еще был, ей 47 лет, что ли, там было. 42, что-то такое. У нее двое детей лет по 12 уже было. Муж был. Причем, ну как, какой муж? Типа, я думаю, так, ну я даже не думал о том, что у нее может быть муж. Мы с ней общались, у нас была любовь в интернете. И потом, короче, я понял, что знакомиться с девочкой в интернете, шанс, что ты найдешь нормальную, ну, процентов 50 из 100. Потому что реально, блин, на... Ну, как бы лучше, конечно, знакомиться в реальной жизни с человеком, да, блин. Общаться там, влюбляться, блин. В интернете это очень сложно. Потому что ты же можешь полюбить, допустим, человека, да. Опять-таки на расстоянии. И она будет, допустим, жить где-то далеко от тебя. Ну, даже пусть в одной стране, но в каком-то другом городе. Естественно, у тебя не будет возможности сразу с ней там увидеться. И ты будешь как долбоёб. Хай, Валера, весь чатик просит. По ней. Расскажи, как познакомился с Алиной. Спасибо, пупс. А кто это? Ребята, заспамьте плюсом пожилого игнорщика. Плюс в чат за то, что не хоты рассказывать историю знакомства с Алиной. Вор-вор-вор и какашка. Чел-микрочел. Слышишь, дядя? Я думаю, эта история всем известна, как бы, да. Ничего необычного, все просто. А кто это? Я думаю, так все знают эту историю, как бы... То есть, да, все ее знают. Да, да, да. Вот, получается. Да, первая встреча есть она на Ютубе. Она есть. Я думаю, все знают. Ля, тварь какая в чате. Уже никнейм сделал.
Ой, блях, да. У нее чуть не так был ник написан, чел. Ты не попал в балаку.